День добрый, уважаемые наши подписчики. Перед нами трактор Kubota L120 с картофелекопалкой транспортерной, однорядной. Ширина захвата 600 мм, 60 сантиметров. Центральной, по центру идет. Короткая. Стоят один протряхиватель, второй. Как мы и говорили, для тяжелой земли есть дополнительно отверстие ставить протряхиватель. И сзади подтрясает. Как бы очень хорошая модель. В предыдущей модели мы чуть-чуть доработали. Ширина была 500 мм, 50. Узковато немного. Мы перешли на 600, на стандарт. И эксцентрик уменьшили, чтобы сильно не подскакивала задняя часть и картошка не разбрасывалась. Сейчас мы заведем трактор. Я вам покажу, насколько лучше будет работать с двумя валами. То есть для тяжелой земли первый диапазон волна идет, потом картошка сюда прижимает транспортер и опять подтряхивает, и она лучше пробивается. То есть можно сказать, в одном месте, во втором месте пробивает и как бы компенсирует короткую длину транспортера. Транспортер 90 сантиметров, ну по аналогу Ниплу 75 сделано. Сейчас заведем трактор, посмотрим. Сцепление надо выжать. Газку дадим. Сцепление. Больше происходит вибраций, и картошка лучше протекает. То есть колебаний происходит больше. Первое место, второе. И картошка чище пробивается. Так, это еще у нас несколько моделей. Коротенькая. Шаг 50 миллиметров. Ролик поддерживающий просто стоит. Цепная передача. Но при желании можно поставить обгонную муфту вместо звездочки. Так.
длинная, старый. С одним притряхивателем. Как я вам и говорил, вот отверстие, куда можно поставить дополнительно притряхиватель. Вот первый стоит. Здесь будет стоять второй. Так. Еще одна модель. Эска смещенная. Уже с двумя валами стоит. Первый вал и второй. То есть для тяжелой земли, как и говорим, два вала. Так. Моделька с подрезанными дисками у нас. 2000-я. Так, подрезные диски спереди стоят. Ну, также дополнительно можно поставить вал. Вот. Один. И который стоит. Ну, это самое-самое-самое, что можем приложить спереди подрезные диски. Центральная, каскадная. Один вал стоит. И второй вал. То есть само-само-само то, что может лучше прочищать картошку. Так, еще раз посмотрим варианты. Так, центральная с дисками, длинная, короткая с дисками, центральная, так, с двумя валами смещенная, так, с одним валом центральная без дисков, коротенькая, и вот что на видео, с двумя валами центральная.